У Плутарха в его жизнеописаниях приводится процедура, которую он описывает, как выбирались члены совета старейшин в Спарте. И происходило это таким образом. Сидели члены выборной комиссии, избирательной комиссии, как бы мы сегодня назвали, в помещении. Они не видели кандидатов. Кандидатов проводили через площадь, а члены комиссии записывали, за кого громче кричат. Тот, за кого громче кричат, того избирали. Вот один из вопросов, который мы будем разбирать, как эта процедура сегодня, а, может быть записана, и, б, где она используется, а она используется сегодня тоже в очень серьезных органах.